Духове Твоему, протимен глаз четвертый, дивен Бог во святых Своих, Бог Израиля. Благословите Бога Господа от источник Израилевы. Дивен Бог во святых Послание святого апостола Павла, чтение. Братья, сказую вам, благовествование благовещенное от меня, яко несть по человеку, не боас от человека приякье, не же научихся, но явлением Иисус Христовым, слышасть его мое житие иногда в жидовстве, яко по премногу гоних церковь Божию и разрушах ее, и преспевах в жидовстве паче многих сверстник моих в роде моем, из лихоревнительцы отеческих моих преданий, егда же благоволи Бог, избрав имя от чрева матери моя, и призвав и благодатью Своею, явите Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцах, абе не приложихся плоти и крови, не взыдох во Иерусалим к предним мне апостолам, но идох по Аравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потом же по триех летих взыдох во Иерусалим соглядать и Петра, и прибых у него дни 15, и много же от апостол не видев, токмо Иакова, брата Господня. И Духове Твоему, всю кротость Его. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и вот святыни Твоя. Евангелиста Матфея. Иосифу глаголя, восстав по имени отроча,
и Матерь Его, и бежи в Египет, и будет тому, донеже в реку Ти. Хочет Бог Ирод искать и отрачать, да погубит е. Он же восстав, поят отрача, и Матерь Его ночью, и отыди в Египет, и бед тому до умертвия Иродова, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим, от Египта возвал сына моего. Тогда Ирод, видев, яко поруган бысь от волков, разгневался зело, и послав, избився дети, сущие в Вифлееме, и во всех пределях его, от двою лету и нижайше по времени, еже известно испытал от волков. Тогда сбылся реченное Иеремием пророком глаголющим, глас в раме слышан бысь, плач чередание и вопль мног, Рахиль, плачущийся чад своих, и не хотяше утешитеся, я понесу, умеша же Ироду все, ангел Господень во сне, явися Иосифу во Египте глаголя, восстав, пойми отроча и матерь его, иди в землю Израилеву, и замрожа бо ищущие души отрачати, он же восстав, поят отрача и матерь его, и прииди в землю Израилеву. Слышав же, яко Архилай царствует во Иудее, вместо Ирода отца своего, убояся там идти. Весь же прием во сне, отыди в пределы Галилейские, и пришествилися в ограде нарицаемом Назарет, якуда сбудется реченные пророки, яко Назарей наречеса. Сегодня у нас уже отдание праздника Рождества Христова, а сам праздничный цикл, он как один день идет, начиная с 7 числа и заканчивается сегодня. И вот рождение в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ознаменовано еще древними пророками. Сам праздник мы с вами читали. Очень известные пророчества. Вот какие эти пророчества? Ну, во-первых, Исаии, пророка древнего, который говорит нам: «С нами Бог, да? С нами Бог, разумейте языки, покоряйтесь, это с нами Бог, как мы и в песнопении поем». И вот человеческая душа, она метется, ищет чего-то, да, а чего? Она часто не подразумевает человек, что все беды его, несчастья от того, что не знает он своей дороги, к чему он идет, что душа его без Бога жить не может, что его сердце все время чего-то ищет, вот как Августин говорит, что упокоится только в Боге. И вот тяжело нам почувствовать вот это присутствие Божие в нас. Бывает у человека много чего в жизни не получается, и одно не ладится, и другое, да, но когда есть возможность в него вот почувствовать, что с ним Бог пребывает, да, то это означает, что он уже в своей жизни очень много чего добился. Один мистик древний очень интересное высказывание сказал, он говорит, что Бог в молчании произносит свое слово. А много ли у нас с вами время в нашей жизни остается, чтобы уделить этому молчанию, в котором можно Бога почувствовать? И как другой пророк нам говорит о явлении Господнем, он говорит, что когда Бог явится, Он трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит. То есть придет почти невидимо, незримо, неощутимо. И когда явится, тогда лев будет лежать вместе с ягненком. Да? То есть все вот это наше человеческое, зверское должно угаснуть и должен наступить мир. И вот это космическое, эсхатологическое пророчество, конечно, с одной стороны говорит о будущем веке, но Господь нам с вами возвещает, что Царство Божие среди нас есть. То есть это Царство должно и у нас с вами ощутиться каким-то образом. Да? Вот это все злое, приносное, оно должно угаснуть. Мир должен в наших с вами душах водвориться. И вот тогда будет с нами Бог. Как и ангелы в этот праздник возвещают, да, славу Вышних Богу на земле мир, человеца благоволение. То есть Господь является людям благой воли. Да? Не тот, кто что-то пассивно ожидает, а тот, кто вот стремится к Богу, кто постоянно стучит в дверь: Господи, открой, услышь меня. Вот таким людям Господь себя являет, себя открывает. Вот, дорогие, еще раз вас с праздником. И дай Бог, чтобы Господь наш явился и в нашей жизни, и в наших сердцах и душах. Аминь.